як зараз вибори, що ще тривають, що підрахунок голосів іде, оце все обговоримо з Юрієм Рашкіним. Це депутат округу Рок зі штату Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Пане Юрію, доброго ранку чи доброї ночі, точніше. Доброї ночі, доброго утра, спасибо за приглашення, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, як в Америці всі спостерігають за виборами, розуміємо, чи лихоманить Америку, це така виборча гонка, чи ні? Ну что ж, у нас прошли то, что ожидается, то есть промежуточные выборы в демократии. Это, так сказать, непредсказуемость, и в этом году оказалась непредсказуемость не хуже, чем когда-либо. Mm-hmm. Опросы населения, люди уже как-то перестали смотреть на опросы, потому что они показывают разные вещи, и на них нельзя полагаться. Мы уже понимаем, что не в первый раз после выборов мы видим, что опросы давали нам неправильную картинку. Мы видим, что в результате те, кто должны были выиграть, например, вот вы показываете сейчас Джона Феттермана, который выиграл в Пенсильвании против человека, который ну, никогда не представлял собой угрозу ему. Все просто шутили по поводу того, что человек, который избирался против Джона Феттермана, вообще не имеет никакой связи со штатом и продавал как бы, какие-то такие странные лекарства. Но потому что у Джона Феттермана, у этого высокого человека, были проблемы со здоровьем, и не было понятно, есть ли он выиграет в конце концов. Но люди решили, и это не в первый раз в Соединенных Штатах тоже. У нас было несколько лет назад ситуация, когда люди предпочли мертвого демократа, чем живого республиканца. Вот как раз в цьому и цього року так само двічі проголосували люди саме за померлих представників. Це у Теннессі виграла Барбара Купер, яка померла 25 жовтня у віці 93 роки. Так само в палату представників Шапера обрали, це теж демократ, Ентоні Де Лука. Він переміг у Пенсильванії. Як це виходить? Як це взагалі можливо? І що буде зрештою цих штатів? Да, так что вещи, так сказать, непредсказуемые. Но мы видим, что та красная волна, республиканцы у нас красные, демократы синие, не получилось красной волны. Такой, может быть, красненький такой подтек максимум. Но благодаря Дональду Трампу на самом деле, потому что все кандидаты, которых он поддержал, практически все провалились с треском. И это показывает его теперь как человека, который поддерживает лузеров. А с другой стороны, губернатор Флориды Рон ДеСантис выиграл очень уверенно перевыборы, и теперь на него смотрят, как, возможно, следующего человека, который пойдет, будет главным кандидатом на президентской гонке от республиканцев. Так что мы сейчас будем наблюдать такое большое сражение в республиканской партии между Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом. Запасаемся попкорном, потому что ничего хорошего, так сказать, это как бы хорошо для страны, а для них, ну, они будут там сражаться. Президент Байден объявил, что он идет на переизбрание. Он все время это говорит. Он официально заявление этого не сделал, но он сегодня сделал на пресс-конференции, сказал, что он будет переизбираться. Поэтому это как бы упрощает жизнь для демократов. Но с другой стороны, после тех результатов выборов нет такого давления на Байдена, чтобы он срочно ушел, потому что такой был провал. Провала не было. Его политика оказалась в принципе политикой, которую поддерживает большинство людей. Главным пунктом для людей на выборах оказалось то, что нужно защитить демократию. То, что произошло у нас 6 января, действительно очень перепугало людей. И то, что у нас избираются масса людей, избирались, которые отвергали результаты выборов, которые были просто против демократических основ, люди решили, что вот это уже слишком, это уже зашквар, и вот эти кандидаты проиграли, несмотря на то, что опросы населения говорили, что у них такой сейчас импульс и момент. Ничего, выяснилось, что в конце концов у американцев намного больше здравого смысла, чем им давали, так сказать, кредиты социологи. Давайте зараз, якраз я попрошу вивести просто картину,
яка є зараз, її дає Вікіпедія, послуговуючись даними від Associated Press. Виведіть, будь ласка, на екран. Наразі дійсно ми бачимо, червона хвиля йде, про яку ви казали, це те, що стосується виборів у Палату представників США. І в Сенат США наразі ще триває боротьба. Там буде результати стануть відомі у грудні, бо у Джорджії очікують на другий тур. Наразі можете забирати поки що цю картинку. Режисери, дякуємо. Так от, пане Юрію, розуміємо, і були прогнози на те, що республіканці матимуть більшість, і то, що це мідтерм, і це така історія більш звична, але зрештою, так розуміємо, що підштовхнулися вони на темі абортів, на те, що вони її дуже сильно, на тему заборони абортів, на те, що вони її дуже сильно підтримали, і зрештою це стало для них таким камінчиком на їхньому шляху до перемоги, впевнено. Да, тут несколько вещей. Во-первых, давайте быстро обозначим вот ситуацию с абортами, потому что республиканцы очень надеялись, что инфляция и то, что там, я не знаю, цены на бензин или цены на продукты будут для женщин более важным, чем потери их конституционных прав. Они ошиблись. Выяснилось, что для женщин их права самые важные. Или, с другой стороны, криминалы тоже, как бы, не то чтобы республиканцы могут по этому поводу что-то сделать, но американцы были недовольны, и это была тема, которую развивали республиканцы, и в какой-то степени им это помогло, но главное, что инфляция оказалась не такой важной, и тема демократии оказалась очень важной. А вот подсветка на карте, которую показали, достаточно важна, потому что, когда смотришь на карту, видишь, оно красное, что происходит? А происходит то, что большинство людей живут в городах, а города голосуют предсказуемо за демократов. Поэтому земля, как бы, может быть, и голосует за республиканцев, но только там никто не живет. Поэтому вот такая ситуация, кстати, похожая на то, что видят в России, когда большие города более либеральные, а маленькие деревни и села, и чем меньше, тем консервативнее. Но это еще связано с уровнем образования, честно говоря. Так что мы видим, что есть такой большой раскол по образовательной линии, что очень важно, потому что, например, демократы долго думали, что латиноамериканцы автоматически пойдут с демократами, потому что они демократы за иммиграцию. Так. Соответственно, латиноамериканцы это поддержат. А выяснилось, что раскол идет даже не по уровню, не по идее иммиграции, а по уровню образования. Чем меньше образования у человека, тем более вероятно, что он будет голосовать за консерваторов. И когда ему говорят, а почему вы так считаете, он скажет, ну это просто конспирология, и нельзя такому человеку ничего доказать. Так что вот у нас такой раскол населения, когда людям говорят то, что они хотят слышать. И уровень образования очень помогает, потому что это критическое мышление. Когда люди не в состоянии подумать, задать вопрос о том, что происходит, говорят им политики, это просто мечта популиста. Ну і ми, в принципі, знаємо одну таку країну, де ось ця мрія популіста вже багато-багато років працює. На жаль, це призводить до того, що вони приходять до інших країн і чомусь вважають, що так само цю мрію популіста можна тут насипати, влити в вуха всякого лайна, і що їх всі повірять і будуть з квітами зустрічати, але дзузьки. Бо в Україні, слава Богу, з навчанням все нормально і з широтою поглядів так само, принаймні, у більшості українців. Але зараз ми просто Сполучені Штати Америки, про те, що відбувається, і зрештою. Те, що Байден вже заявив про те, що він буде швидше всього йти на перевибори, і тільки сказав, що йому з дружиною потрібно порадитись, це насправді така дуже мила деталь. Трамп, він теж вже закидав цю фразу про те, що він збирається йти, навіть анонсував на 15 листопада, що в нього буде така велика, серйозна заява, але зрештою, і так це все пафосно було, але з тим, як почався підрахунок голосів, здається, цей його пафос трішечки припав вниз. Так це чи не так? І як ви думаєте, чи піде він так і далі? Ну, понимаете, для Дональда Трампа сейчас избирание в президенты – это, возможно, единственный или лучший способ избежать криминальных обвинений, а кто его знает, может быть, даже и тюрьмы. Плюс он может под это делать, собирать деньги со своей пазы. Поэтому для него это беспроигрышное занятие, а сейчас у него и выбора нет. Он, в общем-то, не особенно хочет избираться. Тут еще проиграть можно.
он уже как бы в летах, но выбора у человека нет. В результате он сам загнал себя в это безумное колесо, ему нужно избираться. А потому что единственный раз он выиграл в 2016 году, а после этого республиканская партия бесперерывно проигрывает на всех выборах, я просто рад, что Дональд Трамп избрал республиканскую партию, а не демократическую партию, как свой дом. Потому что ему было абсолютно все равно. Но он, видимо, решил, что у него будут лучшие шансы у республиканцев, он оказался прав. Теперь он отказывается отойти оттуда, и они проигрывают, и проигрывают, и проигрывают. И они начинают думать, что, возможно, нужно быть не с Трампом, потому что с Трампом проигрываешь. И так что посмотрим, если республиканская партия решится. Но у них были такие моменты просветления уже до этого. Потом они возвращались к Дональду Трампу, который просто грозил им и угрожал, и они пугались и возвращались к нему, и опять проигрывали на выборах. Так что посмотрим. А для Джо Байдена это просто мечта, потому что все, что делает Трамп, это он просто помогает Байдену, потому что люди могут быть недовольны Байденом, но когда сравниваешь с Трампом, давай, Байден, поехали дальше. Поэтому для Байдена, если Трамп будет избираться, это наилучший вариант. І, звісно, ми дивимося на ці вибори в Сполучених Штатах Америки весь цей час, всі ці дні. Неодноразово обговорювала, але все одно це питання, воно продовжує концентруватися у повітрі в Україні. Чи за результатами цих виборів зміниться підтримка? І з тим розкладом, який зараз іде, бачимо, республіканці, зрештою, наразі в Палаті представників, розуміємо, що вони перемагають, за Сенат іде боротьба. От чи буде підтримка України зменшена? Вы знаете, я на самом деле достаточно рад, потому что тема Украины не так уж сильно присутствовала на этих выборах, что хорошо, потому что поддержка Украины должна быть двухпартийной, она не должна быть демократической или республиканской идеей. Поэтому то, что ее не слишком обсуждали, на самом деле хорошо. И мы видим, что сейчас, поскольку трамповское крыло, которое было самое антиукраинское, пропутинское, потерпело определенное поражение, то другие республиканцы, у них есть теперь, возможно, стимул договариваться как бы и поддерживать Украину, что и требуют их избиратели. Так что будем надеяться, это может быть на самом деле очень хорошее развитие событий для Украины. Мы видим, что президент Байден, естественно, продолжает поддерживать Украину и его администрация, и они заявляют, что двухпартийная поддержка — это то, что мы видели, то, на что мы надеемся. Поэтому их план двухпартийной поддержки. И, возможно, сейчас из-за того, что кандидаты Трампа проиграли, мы действительно увидим, что американцы, американские политики смогут работать вместе, чтобы помочь Украине остановить Владимира Путина. И мы видим, что Байден сказал, что Украина пойдет на выборы с Россией тогда, когда Украина этого захочет, тогда, когда Украина к этому будет готова. Никто не собирается Украину толкать к столу переговоров. Так, і в принципі те, що зараз почала знову вкидати інформацію і трішки неправильно інтерпретувати слова Байдена про те, що він якби за переговори України і Росії, то він вже знову ж таки спростував і сказав нічого про Україну без України, тобто Україна сама буде вирішувати, чи проводити переговори з Росією, чи ні. Це хотілося так резюмувати нашу з вами розмову. Дякую за те, що доєдналися. Відсипайтеся, відпочивайте. Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу Рашкін Репорт був з нами на зв'язку.